фиша эпидемиологику, которая по содержке ЛП. Да, и сейчас интрябы, нумели фамилия, локу, дитра, телефону, каре стати для полосытым ухим или шапки дзели, дарчейки спуни с думневастры песпорт, трес фипи партия упусы, уништиском каванож перетресли скриптар, прима. Да, как вини денцара, уни сын, шикер дискрес церлесь на полноворму. Между борьбой дикать в отвесе Объезд не бой, интим, депайс, предзащитили, состасло до мечили. А сейчас крик, пресс, массор, температура, битри, орпидзе, да улицу массор, стендом бюро, мергандом троллейбус, а дика, ну, если не шо экспликати, он к ее амоцелес. Проблема, к ее устава касса, ну, динкау за к, ну, сынтым пищевак у меня, а динкау за место, ну, сынтым пищевак у алцы, интеллезис. Шекесть, аста, ну, аста, с тем, что пропунем, лагубер, ну, не миг, малеска, пипарта, лопутся, до много, ну, и скрис не миг. То есть используется только фронтально, ну, то есть она не двухсторонняя, что, то есть у них и на русском, и на государственном языке указано все, все на одной стороне, а задняя часть, она как бы пустая, и там должна быть памятка прилетающими за рубежа, потому что это самое важное сегодня, это самое важное сегодня, можно сказать, даже документ, да, для того, чтобы понимать ситуацию, потому что его раздают абсолютно всем, кто приезжает из-за рубежа, по крайней мере в аэропорту. То есть на и то же самое нужно, кстати, делать и на таможенных пунктах пропуска. Я слушал выступление премьера, но я вам хочу сказать, что я этого не видел. Я, там, где люди едут на машинах, автобусах и так далее. То есть нужно раздавать всем, и человек должен подписаться, так же, вот как ты подписываешься на том, что уже есть, значит, Прим президентцам, маублицам, мониторизе, злоуку, деграйте, но ветре, петре, в арпизе, ярона, парисе, унор, семьи, симптоми, дегерозе, бывает, была, медиат, ламедику, дефамилии. Нумели, принумели, всем натура. То есть то же самое, как бы, с обратной стороны. Они будут понимать, что от них требуется. Потому что я вам говорю, 90% самолета понятия не имело, что прилетел, уже надо идти на карантин. Все ждут, когда они заболеют, и тогда будут искать Центр семейных врачей, скорую помощь и так далее. Вот такой сегодня настрой у всех прилетающих. Вот эта эпидемиологическая карта для пассажиров, на обратной стороне надо, потому что их раздают, чтобы вы знали, в самолете, вот нам раздали где-то часа за полтора до прилета. То есть человек, он сидит, ее все равно читает. Поэтому делать параллельно памятку, ее раздавать, и эту памятку, эти памятки могут вручать уже пограничники, понимаете, каждому пассажиру паспорт ставит эту памятку, понимаете, вот это красиво, привлекли пограничную полицию, потому что паспортный контроль проходят абсолютно все на любом участке, закрыта граница, не закрыта и так далее. И сегодня эту карту обязательно нужно, вот, пользуясь случаем, Дон Нагаль, тут мы как бы рассчитываем на вас. И я уверен, что есть и специалисты Кишинева, которые могут изменить, доработать, но ее включать нужно срочно, эту памятку, чтобы люди понимали, что от них требуется.